Всем привет, друзья! И сегодня у нас на обзоре лазерный уровень Капра. Один из самых дешевеньких в ихней конторе. И это уровень у нас лазерный 862 номер. Давайте откроем и посмотрим на него. Он у нас уже, коробочка тут скрыта. На продаже находится. Что мы получаем в комплекте? Сам уровень. Поближе вот так вот видно, не видно. Вот так вот. Оп, точно видно. Гарантийный талон. Гарантии. 3 года. Ё-моё. Руководство по эксплуатации и сумка для переноса. Рассмотрим уровень поближе. Значится, у уровня фиксатор маятника и кнопка включения автоматического режима. Также у него присутствует ручной режим. Если ты хочешь по диагональке где-то плиточку, да, в ванной сейчас модно по диагональке выкладывать. Он поможет. Имеет 2 луча, горизонтальный и вертикальный. Дальность лучей 20 метров в помещении, при учете, что у вас еще очки красные есть. Угол биения лучей по 120 градусов, плюс-минус 5%. Маятник у нас качается, уклон, когда мы выставляем в автоматическом режиме, тоже на 5 градусов. То есть он мерцать начинает, если вы больше угол даете. В ручном режиме, то есть не трогаем фиксатор, зажимаем клавишу, все. Он включился, индикатор показывает красный светодиод, это ручной режим, и все, вот он светит. То есть выставляем угол, сейчас на чем-нибудь вам покажу, вот на этом, например, да? Хоп, какой вам надо, да? И погнали, все, он его зафиксировал, все, погнали плиточку ложить, красоту наводить, мой, красиво, чтобы было. Также мы можем... Одним нажатием убрать горизонталь, вторым нажатием убрать вертикаль. И все. Третье нажатие, опять 2 линии выводятся. Чтобы выключить, включаем его, выключаем, все. Маятник зафиксировался. Крепеж на гвоздь, на саморез есть. Отверстие под это дело. 2 магнита стоит. Можно его к металлу. Выставляем каркас какой-то. Но можно прилепить. И также есть отверстие под ленту с липучкой. И под штатив на 1/4 резьба. У этих штативов, у всех стандартных штативов есть этот винт на 1/4. То есть он подходит универсально ко всем. Если у вас есть штатив, нету. В комплекте, естественно, он идет без штатива. Ну и размерчик, естественно, да. Маленький, аккуратненький. Веса как такового нету. 330 у него вроде грамм. Сам он весит вместе с батарейками, с аккумуляторными. Можно простые пальчики поставить, но в комплекте идут аккумуляторные. Точность у него составляет 0,3 мм на 1 метр. То есть это через 3 метра 30 сантиметров мы можем уйти на 1 мм. Как бы и немного, и не мало, но это Капра. Это фирма. Капра. Вот именно на эти уровни отзывов вообще куча. Люди, кто у нас брал, довольны. Даже вот, как я говорил, что погрешность эти на 0,3 мм уходит. То есть, обделкой люди занимаются, у нас берут их. Там чуваки даже вот брали лазерный уровень, самоделку какую-то делают. И вот на уровне выставляли каркас. Ну, то есть, это сейчас... Работает метод такой. И по цене, то есть, для такого уровня, для надежного, для качественного, Капра израильская компания, цена, ну, если нужен тебе уровень, да, ты работаешь, выбор классный. Брать что-то дешевле, я не вижу смысла. Брать что-то дороже, опять же, если там в 360 градусов какой-нибудь, чтобы он все углы все отбивал, ну, это, соответственно, и цена-то, да, такого уровня будет. А этот классный уровень. Вот лично я рекомендую этот уровень. А эта вещь, это рабочая вещь. И ты должен поставить лайк за эту вещь. Так что давай лайкос, напиши коммент и подпишись. А то я приду и а-та-та тебе сделаю. Пока.